Всем привет, мои дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. С вами снова я, Юлия Егорова. Спасибо, что смотрите. Сегодняшняя наша тема – это макияж в стиле Америки 30-40-х годов или в стиле пинап. Перед тем, как перейти к макияжу, буквально несколько слов о моей супер-прическе. Сделала ее я при помощи термобигудей, брала из набора только крупные, накрутила все порядно, назад. И после этого выделила 4 пряди, 2 небольшие, 2 большие, начесала, закрутила валик, заколола невидимками, зафиксировала лаком. А теперь, пожалуй, начнем и перейдем к макияжу. Что же характерно для макияжа Америки 30-40-х годов или стиля пинап? В первую очередь это стрелки, красные губы и густые ресницы, а также яркий маникюр. Главное правило стрелок и красных губ – это идеальная кожа лица. Сегодня я буду использовать достаточно плотный тон от Givenchy Tint Contour, но так как он достаточно плотный, перед этим я положу базу под макияж. Это порозаполняющая база от Benefit. Ее нужно совсем чуть-чуть, буквально с горошинку. Наносить я ее буду руками. Теперь будем наносить тон. Следующим этапом у нас будет нанесение консилера. Все недостатки на лице, прыщички, веснушки я буду убирать корректором, достаточно плотным, от NYX. Возьму вот этот вот средний цвет. Теперь нам нужно все припудрить. Припудривать я буду пудрой Too Faced. Нам нужно абсолютно матовое лицо, без влажного эффекта и хайлайтера. Следующий этап – это глаза. На глаза мы нанесем базу от MAC Paint Pot в цвете Painterly. На все подвижное веко синтетической кистью. Следующее, что мы берем, это тени, которые мы будем наносить на все подвижное веко. Это фирма Just номер 027. Они бежевато-персикового оттенка, плоской кистью наносим на все подвижное веко. Мягкой кистью от Chic Brush растушевываем слегка. Теперь нам нужно прорисовать складку глаза, так как я делала это в предыдущем видео. Но здесь мы будем делать это не карандашом, а просто тенями от Avanscene номер E008 и слегка наносим на складочку. Берем кисть пушистую и растушевываем. Теперь мы берем вот такой коричнево-кирпичный оттенок. Это тени косметика Viseart, натуральная палетка. И плоской небольшой кистью наносим на складку, слегка поднимая кисть вверх такими отрывистыми движениями по направлению к виску. Тем самым мы углубляем нашу складку. Мягкой кистью небольшой растушевываем сначала по складке, а теперь более пушистой кистью по направлению к виску вытягиваем. Для того, чтобы наша линия была более четкая, берем тот же цвет, который в начале от Just, и наносим его на подвижное веко вдоль этой линии. Теперь нам нужно нанести светлый оттенок под бровь. У меня это будет палитра Naked 2. И третий цвет под названием, надеюсь, что читаю правильно, Boutique Hell. Его мы наносим плоской кистью под
подбровное пространство. А также на внутренний уголок глаза. Чуть-чуть продлеваем эту линию. Растушевываем ее на нижнем веке. Получаются вот такие глаза. Следующий наш этап – это стрелки. Стрелки можно рисовать несколькими способами. Либо гелевой подводкой и кистью, либо лайнерами. У меня здесь лайнер от Романовой Мейкап, у вас может быть какой угодно. Рисуем стрелочку, начиная от внутреннего уголка глаза и двигаясь к внешнему. На внешнем уголке глаза мы должны вывести хвостик. Хвостик у нас должен быть параллельно от крыла носа к внешнему уголку глаза. То есть по этой линии у нас должна идти стрелочка к виску. Намечаем небольшой хвостик. И от внутреннего уголка двигаемся, стараясь сделать равномерное движение, ровное, не прерывистое, чтобы волнистая была стрелка, а стараться одним движением рисовать. Нам нужно будет обязательно утолщить нашу стрелку. Чуть дальше, чем от середины глаза, мы будем стрелочку утолщать и вести к нашему хвостику. Стрелочку я нарисовала сначала лайнером, а затем гелевой подводкой от MAC мы ее заполнили. То же самое делаем на этом глазу. Со стрелками мы закончили. Чуть-чуть нужно будет маленькой кистью соединить внешний уголок, верхний и нижний между собой, черными тенями от Inglot. Теперь мы займемся ресницами. Реснички наши прокрасим тушью. При покупке тинту от Armani дали попробовать тушь, которая называется Eyes to Kill, убивая глазами. Очень она мне понравилась, поэтому сегодня использую я ее. Она здорово разделяет реснички, и у нее черный насыщенный цвет. После того, как мы прокрасили реснички, мы будем клеить пучки. Пучки мне от Ольги Романовой в серии F – это микс. Будем клеить сначала самые большие и затем будем идти на уменьшение. Пучки клеятся немножко по-другому, не так, как ресницы. Если ресницу мы приклеиваем на веко как можно ближе к основанию роста ресниц, то пучочек мы приклеиваем к ресничке как можно ближе к тому месту, где она начинает расти. Берем самые большие, пинцетиком у основания снимаем. Вот сняли, вот у нас ресничка. Макаем ее в клей основания реснички. И к тому месту, где начинает расти наша ресничка, мы прикладываем ее. И теперь по очереди один другой глаз. Начинаем клеить каждую ресничку как можно ближе друг к другу. Теперь берем розовый карандаш от Yves Rocher и проводим по слизистой глаза внутри. Чтобы визуально сделать наши глаза еще больше. Теперь приступим к бровям. Для бровей будем использовать палетку NYX. Такой серовато-коричневатый оттенок. И будем рисовать более округлые брови.
кончики я хочу нарисовать мокрым способом, поэтому я смачиваю кисть. И также этим же цветом, он станет чуть темнее, прорисовываю хвостик брови. То же самое делаю с этой бровкой. Теперь прочешем такой ретро-расчесочкой. У нас же сегодня ретро-мейкап. Ну что, теперь немножечко закончим с лицом. Чуть-чуть сделаем скулы и румянец. Скулы я буду делать MAC Harmony. А румяна я буду делать из палетки Make Up Forever. Вот такой вот розовенький. Цвет холодный. На яблочко щечек чуть-чуть положили и чуть-чуть растушевали. Теперь мы с вами переходим к губам. Губы я буду делать классически красного цвета. Это помада от Ольги Романовой. Я ее буду наносить без карандаша, так же, как мы с вами делали темные губы. То есть сначала я прорисую галочки, затем уголки, серединку и все между собой соединю. Для того, чтобы контур был еще более четким, я корректором и кистью пройдусь вдоль. Вот такой красивый макияж у нас получился. Как и обещала, красные губы, четкие стрелки, густые ресницы. Все в стиле пинап. И если вас ждет стилизованная вечеринка, мое видео будет то, что надо. А я с вами прощаюсь. До новых видео. И не забываем писать комментарии, ставить палец вверх и подписываться на мой канал. Вот здесь, в углу, красная кнопочка. Нажимаем, подписываемся. Обязательно. Я вас всех люблю, целую. Ваша Ю. Пока-пока.